А что тут горит? Эта станция почти полностью свободна. Вон девятиэтажки до центра. Центр добавился. А тут, говорят, снайпера работают еще. Здесь снайпера работают в девятиэтажке. Вон на высотке прямо перед нами. Наши отработали танки. Там сгорел, там взорвали. И взорвали бэху. Там стоит минометный расчет, и снизу еще три танка. Три булата. Сейчас наши танки выезжают. Сейчас они отработают по той высотке. Сейчас танки выйдут, начнут работать. А вон вдалеке, видишь, это Светлодарск. Горит. Угу. Этого укропа подорвали газовую трубу, газовую ветку. Она уже 4 дня горит. У людей нету ни газа, ничего. Абсолютно обесточили всю инфраструктуру вокруг. Следовательно, в Светлодарске там водохранилище, они собираются взорвать блатину. Как думаешь, взорвут? Ну, я думаю, что они взорвут, потому что наши, вот, наши обкладывают их не позиции. Сейчас наши танки начали обстрел высотки. Это Мироновский, наши накрывают в Мироновском укрепрайоне. Вон минометный разрыв, видишь? Укропы в облике поляков днем выходят группами по 10-12 человек. И видишь акулки? Этими акулками уходят вниз. В белых маскалатах маскируются, лежат, потихоньку идут. И наши минометные расчеты, мы сегодня старые, накрывают эти околки кругом. Ну, видишь, обстрел идет. Угу. Накрывают околки для того, чтобы поляки не смогли выйти. Тут в районе где-то около 600 поляков наемников. Это наше поле боя. Вон, покажи, дом горит. Это укропы сегодня обстреляли Дебальцево. Накрыли Дебальцево. Вот наш танк стреляет. Обстреляют высотку нашу. Сегодня укропы пытались совершить контрудар, прорыв со стороны креста. Но армия ДНР и ЛНР нанесла им мощный ответный удар. Пока о потерях неизвестно, разведка еще не доложила. Но потери у них очень хорошие. Танк. А? Танк оттуда стреляет. Он раз. Наш видишь, он стреляет. Отстрелили в зеленку. Угу. Чтобы эти товарищи укропы с поляками не могли пройти, загрыни ногой. Если они заходят в зеленку, то их там накрыли. Ну, слышишь, он стреляет наши сзади. Так-то. Вот оно, поле боя. Посмотри, он сзади, он Дебали. Это вот сортировочная. Сзади, он дальше нас, сзади сортировочная. Дебали. Мы находимся на высотке. Вон там Дебали вниз, частный сектор за сортировкой вниз. Там частный сектор. И вон там вот центр и крест. Нам осталось чуть-чуть. И Дебали свободно. Для них заканчивается. Чёрт. Ну, это наши танки стреляют. Батальона «Август». Да? Укропы содрогаются от этой мощи. Видишь, зеленка обстреливает. Сказали, что по зеленке по это шли видимые движения были. С наших танков со осколочных фугасных обстреливаются зеленка. Ну так. Перед этим обстреляли высотку, оттуда били минометы. Сейчас миномет уже не бьет. Дострелялись.
Я думаю, что дострелялись. Потому что туда выпустили не одно БК с танка, осколочно-фугасных. И попаданий было много. Конечно, БК не взорвалось, не видно, но видно, что повредили хорошо. Мироновская. И валят туда. Пока еще Луганская свободна, они валят туда. Сейчас мы пойдем зачищать вот эту территорию. В правую сторону Дебальцева, со стороны Артемовска. Сейчас зайдем, будем зачищать. Армия ЛНР и подразделение ДНР. Совместными усилиями пойдем зачищать. Вылазят с подвалов, плачут нам. Что сказали укропу по телевизору, что здесь мирных жителей нет, и все это вранье. Мирные жители все есть на месте. Все живут. Они попрятались в подвалах, все в подвалах. И сними вон дома. Все дома разрушены. Тут сколько горят, домов? Видишь? Вон только загорелся дом. Да, вон дом горит, вон дом горит. Вон дальше возле завода, видишь, горит. Вот дом горит. Укропы обстреляли. Чтобы не говорили, что это мы обстреливали, вот, пожалуйста. Нас обстреляли, дома горят. Вот такая